Ну что, давайте сейчас... You and David have a piece, and I'll just eat the rest. Окей, говорит, вам с Дэвидом по кусочку, а ему все оставшееся. Слушайте, ну тортик отличный, всем нравится. Такой шоколадный внутри. Очень нравится лилии, смотрите, какие желтые, свеженькие. И розочки. Ну ладно, приятного нам аппетита. Что, сидим, скребем, ребята. В общем, этот в пролете, вот эти все в пролете. Совпало у меня здесь 11 число и выигрыш 10 баксов. Жончик пока на 7 долларах. Вот последний билетик скребет, ворчит, говорит, что такое, все пустые билеты. Я говорю, ну да, да. Говорит, Нью-Йорк Стейт только выигрывает от нас. Так, ну сейчас посмотрим. Видите, он в эту баночку собирает мелочь. Я говорю, давайте копилку куплю. Он говорит, нет, в баночке удобнее. Что там дать нам? Ноп. Ну, в общем, все. Нет. Подытожим. У него 7 долларов, у меня 10. То есть на меня он потратил 20 долларов, я 10 отбила, а я на него потратила тоже 20, он 7 отбил. В общем, вот такие дела. Ну, зато, как я говорю, we had fun. Right, John? It's just like traditional. Потому что мы... pissed. I know, you want a life. No, I paid $20 for tickets, I got 7. 7, right? And I paid 20, and I got 10. Right? Yeah. So won? Fun, not bad. Who won? Прогулку Дэвид упросил нас, говорит, мама, папа, давайте, пойдемте, хочу скутер погонять. Потому что погода такая, знаете, вот с утра было на самом деле теплее, а сейчас что-то похолодало немножечко. Ну, тоже ничего. Ну и Джончик тоже ворчал, не хочу, не хочу, а потом хочу. Я говорю, ну пойдем. О, смотрите, какой байк. Я так понимаю, это горный, да? Сейчас. Пацаны не такие. У них энергии очень много. Ой, хорошо-то как. Птички поют. I was sitting on the pole. Very good. Солнышко выглянуло. О, good job! Молодец какой! Отлично! 10,000! Ой, мне что-то лень сегодня заниматься. Вообще ничего не хочется делать. Смотрите, любуйтесь на моих мальчиков. Are you using the gun forward? 2003, 2004. Actually, I can do that one. I can do that one, Daddy. Oh, my. 1,000,002, 1,003,000, Daddy. 1,000,004. Видите, какой силач. Сейчас вам Daddy покажет. 3,500,000, 3,600,000. Good job, Daddy. Спортивный, как у меня муж. Как вы? В 50 с маленьким-маленьким хвостиком. Дожметесь? Good job, Daddy. Ну ладно. Ой, веселуха. Next stop. Picture stop. Здесь Дэвид всегда останавливается, говорит, сделайте фотографию. Ну, обычно я делаю, но сегодня Дадди, у него телефон получше. Ready? Yeah. А, you wanna too? Okay. Сейчас мы с вами сделаем фотку. Дадди и Дэвид. Because you in a black coat. Я его фотографирую, говорит, я такой страшный. Что не починит-то? Так, давай, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, it's good for your horse. Of course.
Дэд говорит, хорошо для вашего сердца. That's good for your heart. It's very healthy. Any exercises healthy. Вышли на площадку. Дэвид попросил, говорит, давайте. Ну, а мы что, давайте. Я наоборот говорила, давайте сразу на площадку. Ну, ему, видите, на скутере захотелось покататься. Сегодня хоть дети есть какие-то. А то так придешь, и никого нет. Два человека. Ну да. Ну а мы как старички на лавочку. Ой, хорошо-то как. Давайте. Ой. So, you hungry? Not yet. Дэвид тут с мальчиком играл. У мальчика странная одежда. Знаете, как у солдата каска. Наверное, сейчас прибежит сюда, не знаю. Куртка такая военная. Я у Джона спрашиваю, а что это он так нарядился? Он говорит, ну, наверное, нравится ему военная тематика. Такой мальчик постарше Дэвида. А, вот снимает куртку своего на мальчика. What's his name? I don't know. I can't believe his parents named him. I don't know. Yeah, that's a nice name. Да и видите, какой. Вот, конечно, то, что он все время с нами. Он поиграет с пацанами, и все. И к нам бежит. Такой он еще малышек. Мы, конечно, другие были. It needs oil, man. This thing needs oil. Мамин папин сыночек. Перегонки бегают. Хорошая сегодня погода, но все равно сидишь, когда холодно становится. Так что поедем домой, ребят, курицу жарить. Нашу любимую. Вчера замариновала куриные бедрышки в терияки соусе. Посмотрим. Я говорю, Джон, давай на гриле. Вкусно же. Он говорит, не знаю. Посмотрим. Я бы, конечно, на гриле все бы это дело делала. А зайчики бургер из органического фарша индейки. Вот елочка, да? Голубая. Красивая. Да, Дэвид сегодня, видите, столько эмоций с папой. Я вот стараюсь их оставлять вместе. Пусть общается. С пацанами тоже наигрался там на горке. Хулиганил. Все, погнали домой.